«Спартак-2» взял уверенный старт в первенстве, однако в последних 8 матчах красно-белые не знают побед, при этом много пропуская, но и немало забивая. Оборона москвичей по своей надежности занимает предпоследнее место в ФНЛ. С другой стороны, в рядах команды Виктора Булатова играет второй голеадор первенства Александр Руденко, в чьем активе 9 голов. «Спартак-2» любит и умеет атаковать, и в угоду результату никогда не отступит от наступательного стиля. Хорошая молодая команда, пытается играть на контроле мяча, быстрые игроки впереди, много атакуют, практически в каждой игре забивает. Думаю, что будет интересный матч. «Чайка» эффектно вернулась на родной стадион, сходу разгромив текстильщик и красиво обыграв «Ротор». Однако затем последовала ничья с «Краснодаром-2», поражение от «Уфы» и «Нефтехимика». Болельщики явно заждались победы. А учитывая мощно проведенный второй тайм в Ярославле, песчинокопцам по силам порадовать своих преданных поклонников. Каждую игру готовимся на победу и настраиваемся на нее, и делаем все возможное, чтобы победить. Бывают неудачи, стараемся побеждать. Все готовы, все в боевой готовности. Мы будем выкладываться в этом матче, тем более давно, да, не было побед у нас. И вот в прошлом туре мы наконец-то одержали ее, скажем так, маленько и в турнирной таблице, и для команды в целом, для настроения, для того, чтобы нам как можно дальше побеждать и подниматься выше. Я думаю, это приподнимет нас и приободрит. Предстоящем матче. 19 октября поединок «Чайки» со «Спартаком-2» начнется в 17 часов.